Так, и всем привет, с вами Wage of Sin и Несать. Продолжаем играть в... Чему там Killing Floor? Left 4 Dead. О. Что похоже. Да вообще, блин. Грёбаный клон. Слушай, а что первое было? По-моему, Left всё-таки. Да, первый. Ну просто, видишь... Когда я смотрел про Killing Floor, новости говорили, мол, что этот клон вышел. А. Или недоклон. Слушай, ну не знаю, мне кажется, просто тут больше аркадные какие-то пострелушки, там больше они как-то шутерные, что ли, более идут. То есть там уже действительно надо целиться куда-то определенно. А тут так там херачно, еще и не глядя, и все. Командная тактика нужна. Ну. По крайней мере, она была у нас. Да. Я, кстати, пока играли вместе, ни разу не играл снайпером, как это... Решил попробовать, пока один играл. Ничего, так удобно им играть. Проход держит вообще без проблем каких-либо. Ну, моя любимая тактика — взять два этих Desert Eagle и в толпу запрыгнуть. Ну... Как сказать, когда 6 человек, там особо не попрыгаешь. А это да. Нет, когда... Я имею в виду, там дохера народа. Я играл снайпером, я стрелял только по боссам. Это да. Кстати, я вот так и не понял, там такой... Держали. Там читак такой есть, или я так до конца его и не разнюхал. То есть, допустим, я играю за 6-го уровня берсеркера, у него, допустим, есть скидка на оружие ближнего боя. Я покупаю самое дорогое оружие ближнего боя, потом меняю на другого персонажа. И в итоге продаю это оружие дороже, чем покупал. Вот мне интересно, а можно ли между игроками такой вот обмен совершать? То есть я покупаю, кидаю, тот покупает, кидает мне в ответ. И оба продаем в итоге. Вот так вот деньги можно набить в итоге или нет? Ну, это вот не знаю. Потому что... В этот момент мы не додумались. Ну да. Потому что чисто для себя, да, денег получается больше при продаже. Но насколько? И можно ли так дюпать? Да, хорош по мне палить, да? Ой, я обратно вернулся? Или нет? Нет, все нормально. Нет. Блин, я не помню. Ну вот, по-моему, обратно. Кому-то там плохо, по-моему. Так, а вот теперь... Так, мы, по-моему, в начало бежим. Не-не-не-не-не. Да, таблетки точно вначале валялись. Значит, нам надо наверх. Какие сложные уровни. Лабиринты просто. Да. Натавров только не хватает. Кто-то ведьму заверил, нет? Нет, не ведьму, курильщик. Просто вон курильщик. А, вот сюда выход, короче. А. Тут это... Да, потрошки. Да, у меня что-то как-то не срастается с патронами. У меня в основном катана. Что ты грёбаный маньяк. Да, ты прав. Не знаю, как-то удобнее, мне кажется. Я защитил тебя, блин. Было бы от кого, а? Может, на меня так... Ой, вирусы нападали. Вирус? Ну. Ой, ой, ой. Ой, тут даже баллоны взрываются, я и забыл про это. Наверное, лучше не бежать рядом, нет? Рядом с кем? Да тут баллон должен был взорваться, наверное, но почему-то не взорвался. Не, по-моему, не взрывается. Это в Ликинюкине 3D взрывается. Ой, ой, битва негров в тоннеле. Так, ширнуться надо. О, да, монозвук, ты прав. А зато ХП много. Там нет у тебя таблеточек случайно? Есть. Нет, я имею в виду найдены. Где-то же я находил тут? Да, конечно, шкафчик. Да? А! Нет, дальше, дальше. Дальше. Вот он, шкафчик. Отлично. А то.
Падла, мои таблетки спер. Я, короче, таблетками себе 100 хп восстановил. Это Ну, ненадолго. ненадолго, они убавляющиеся. Ах ты ж, блин. Я забыл. А я даже не знал, более того. Ну, мы же уже доходили. Нет, я не знал, что он там сидит за дверью. Не, я имею в виду, я забыл про дверь, надо было дождаться вас всех. Да, мы как бы сзади тебя подпирали. Блин, я, знаешь, я тут оборачиваюсь, боюсь, чтобы меня зомби не схватили. Ой, а, мне показалось, что там ведьма вокруг тебя тусит. Хотел уже убегать со словами «до свидания». Я бы уже мертв был. Да, нажал. One shot, one kill, блин. Не, не настолько. Нет, она сразу убивает насмерть. Ну, не насмерть, а ты падаешь сразу. Она ложит сразу. Да-да-да. Ты успел перевязаться? Нет. А то я тебя сейчас случайно мечом, по-моему, зарежу. Сейчас помогу, только, блин. Меня никто не прикрывает. Я заряжаюсь. Где эти два урода? Знаешь, в чем прикол? Эти уроды в меня стреляют в спину. И у меня сбрасывается счетчик. Так, тут должен быть... Против меня. Вообще. Так, надо перевязаться вообще на пофиг. Да, а сзади курильщик. Скотина. Увел? Обернитесь, ну спасите меня. Благодарю. Да. Как нефиг делать, да, пока есть патроны. Мать. Знаешь, тут какие-то крики не очень приятные. По-моему, живой танк здесь. Ты чё опять сдох? А, ты перевязаться не успел? Я не успел перевязаться. И сейчас, походу, да иди, не вариант. Успеешь. Я успел. У тебя есть бомба? Блевотина, как всегда. Бесполезно использовано. Вы бежите? Да, я бегу. Шифта тут нет, жалко. Да, нет. Ах ты ж... Ах ты ж жокей. Да, еще если бы цапал мне конец. Давай, 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 давай. Как всегда. Мы почти на месте. Ах ты ж... Отлично. Ты откуда пришел? Я за тобой сразу бежал, я просто сигналку выключил перед тем, как тебя поднимать. Чтобы жопы не было уж конкретной. Ах ты ж... Знаешь, что самое херовое? Мы прошли эту миссию чертову, и трое из нас легло. О, короче, я понял, релот. Блин, у тебя же он выключен, да? А у меня он включен, и я пистолетом не могу стрелять, когда я упал. Так, к чему? Лечить надо, себя. Давай. Так, давай, вот в этой комнате должно быть что-то по-любому. Нет? К сожалению, нет. Таблетки нужны? А, да, да. Точно продержусь. Все возьмите себе оружие, не выдержу. Ой, блин. Так, блевой, вот это жердяй рядом. А, погоди, у меня этот патрон сейчас. А там есть патроны? А, тут есть оружие. Уже нет. Я оружие поменял. Жердяй как-то странно умер. О, поездка отменяется, у меня ачивка есть. Так, надо теперь в дверь заходить. Я первый. Фу. Слушай, я вроде использовал гранату с блевотиной, у меня опять граната с блевотиной. Ну что, они у тебя бесконечные? Не знаю. Граната с блевотиной. Чё тут? Нормально все. Жить можно. Если бы свои еще в спину не стреляли, сыграл отряд чертов. Опять. Ой, уже не туда стрелял. Я не виноват.
Да я в итоге в тебя прострелял, ты уже поднялся, а я все стреляю. Так, кто у нас упал? Что за херня? Бот какой-то. А чё она упала-то? Пьяная, что ли? Ну, там блевочка была. А, вкусняха. Разлилась. Ой, ведьма ходит. Ведьма, ведьма, не агри, ведьма. Ай! Боты стреляют. Слушай, боты целятся в нее, мне не нравится. У нее горе вообще. Че у нее? Они реально в нее целятся, я видел прямо как этот лазерный прицел на ней был. Ладно, хоть не стреляют, хоть что-то им прописали. Ну да. Ой, рукоблуд. А ты назад, блин, сам сказал, сам попал. Ой, прыгун. Там это, убежище, бежим. А, да, точняк. Окей. Где эти два дебила? Ура. И опять я самый жопе. Я еще лидер. Может, вообще ничего не делаешь? Нет, я только с рукопашки убиваю. Видишь, у меня 66, и все жестко с рукопашки. Возьми уже пострел. Да я не могу что-то к дробовику привыкнуть. Либо у меня дробовик с этим лазерным прицелом слишком меткий, я что-то не могу, мне разлет нужен большой. Либо что. Зато видишь, я боссов убил столько же, сколько и ты. Так что нормально. Заменить. Берешь одно оружие, и потом берешь дробовик, он лежит. Так он у меня все равно с этим остается. А, ты имеешь в виду просто поменять? Автомат, а, ну да. Автомат бери, а потом основу. Ну блин, он же с лазерным прицелом. Так, давай я... Так, релоад просто второй раз надо же прописывать, да, чтобы он вырубил, насколько я помню. Минус релоад. А, минус, да, точно. Взял дробовик, прописал. Нет, я хочу взять М-ку. Все. Она лучше? Нет, просто я хочу взять М-ку. Причем самое интересное, когда мы играли в троечка, я всегда бегал сейчас с дробовиком, а вы всегда бегали с автоматами. Сейчас наоборот получается. Ты с дробашом, я с автоматом. Личностное развитие? Я не знаю. Да. Ну тогда... О, тут в сортире таблетки лежат, тебе нужны? Я не говорю таблеткам, которые лежат в сортире. Да нормально, они на полу не валялись, можешь брать. Действительно, они в пистоле. Да стой там, узкий проход, нормально. Так они кончились. Катаны отработаны. Ну, все равно бы стоял. Хорошо. До конца миссии стой, да? О, ёб-моё. Это же последний. Да. Эта миссия у нас надолго. Тогда-то мучились. Ты что с аптекой бегаешь? Случайно взял. Кто? Кто слабое звено? Блин, ну мы тогда сколько, вчетвером играли? Вчетвером там мучились. Вчетвером? А кто у нас еще был? Блин. Нет, кто четвертый был у нас одно время? То ли Ромыч, то ли... Блин, я забыл, как называли парня этого. Не брат твой. Не. А, кстати, да, он тоже играл. Блин, я забыл, как его зовут. Нет, у Сява мы вообще ни разу не было. Как, блин, зовут-то, который в Германию уехал в итоге у нас? Блин, имя забыл. Я и все тут. Да помню, что он Виталий. Да, Виталий. Он в КС с нами еще игрался. У нас Жакей, короче, утащил вообще нашего игрока куда-то за Жопинск. Кустики, кустики. Ну... Ах ты, блин. Да что ты не перелетаешь? Слушай, ну
Ты канистр кидай вниз. Ну, а я что пытаюсь сделать? А то я, двумя канистрами добежать. 13 штук! Слушай, мне кажется, от сложности больше количества становится. Не, их и было 13. То есть вообще все? Мне казалось, там некоторые не надо было. Там 7 их было? Не, не все. Их же не всего 13. Да нет, их 7 было, я тебе говорю. Может, от количества нет. Нет, я думаю, все-таки от сложности, не? Вот. Не знаю, ура. Меня убивают. Я начал пользоваться. Я умер. Ты очень не вовремя. Ты знаешь об этом, да? В смысле, умереть можно вовремя? Да. Не, умереть не вовремя, как раз трудно. Меня еще и было крали. Ой, все. Время умирать. А время как раз пришло. Туда, он вверх кинет. Почему эта канистра не зажигается? А, зажигается, отлично. Отличная концовка. Классно, да? Меня задушили, там всех убил, нормально. Он прекрасное закончение серии, нет? Не, 17 минут только. Ножа на заново. Бандикам же слишком умный. Да. Так. Так. Кто у нас полудохлый? Блин, я правой кнопкой пытаюсь все нажать на прицел. А прицела нет в этой пушке. О, аптека. Тогда я себя лечу сейчас. Надеюсь, никто не сопрет. Могут. О, в очке таблетки валяются. Сперли. Скотина. Приколись, если они тебе еще и отвечать начнут. Так, а я... Блин. Я один в соседнем очке. Слушай, я тут видел этот... Дефибрилли... Ну, в общем, ты понял. Да-да-да-да-да. А это он? Дефибриллятор, подожди, а у меня он еще отображается, вот какой-то, белым. Да, кстати, что есть такое. Я просто не знаю, когда его использовать. По-моему, на трупах. Нет, трупы вообще с ними сделать ничего нельзя. Блин, возьмись ты. Может, дверь надо закрыть в очко? А у тебя нет аптечки? Нету. Последнюю измотал. Меня просто зажали в сортире одного. Ладно, пошли. Я свою потратил, а это грёбаная негритоска сперла. На аптечку. Фу, Паш. Как это некрасиво. Грёбаная негритоска. Как-то вообще. Как-то не очень. Я, в принципе, к неграм нормально отношусь, только... Когда они у меня аптечки не прут, не прут, да? Зомби-апокалипсис, конец света, да? Бежишь по городу, у тебя аптечку тырит. Я, говорит, вас ненавижу, грёбаный негритос. Хорошо. Мы парами, насколько я помню, бегали. Да, но... Сейчас-то ну, как это сделать? Да. Сейчас мы в любом случае вчетвером бегать будем. Чё? А, Рашир убивает. Твои... Опять рукоблуд. Я их тут подкидываю поближе. Так, ты куда пошел? Наверх? Нет, канистры. Не, я тут внизу. Взял убегаю свой... от кого-то. Сзади там тебя. Как тебе повезло. Я чуть в тебя обойму не высадил. Еще 10 штук. Как везучий-то, а? Что я с тобой играю? Вообще. Другой бы обязательно высадил. Так, а тут пушки. Тут пушки, кстати, классные, по-моему. Лежат, да. Тут аптечки еще. Да.
Проживем дольше. Так, давай уже Мы куда-то. всегда нахрапом как-то бегали. Тут Да. лекарство еще. У меня есть. Так, нам надо сейчас место, откуда можно скинуть эти вниз. Аптеки. Ой, блин, аптеки, канистры. Один не бегай. Так у меня с болевочной гранатой, как всегда. Мне ничего не страшно. Наверное. Конечно. Слушай, она так булькает в банке, прикольно. Первый раз заметил. Я думал, она статична. И что, перекинул? Нет. Нет? Хорошо. Да блин. Ой-ё! У нас беда полная. Я понял, если бегать по кругу, то зомби тоже за тобой бегают по кругу. Блин. Ты там, может, наверх поднимешься, у нас тут жопа. Да я в дырку упал. Где тут подъем? Там танк бегает. Нет, я так на всякий случай. Я не знаю, где тут лестница. Я умираю. Передо мной стоит курильщик, приколись. Покойся с миром, я не знаю, что честно. Да я уже курильщика убил, я бы мог ползти, я бы еще полуровня прополз с канистры в руках. Блин, я лестницу найти не могу. Да она с краю. Или, а, да. С края, с другого края. Понятно, все, я понял. У меня еще 152 хп. Да, ты не торопись. Да хорошо, обязательно. Уже 118. Так. Я что-то даже не знаю. Мне аж хотелось сказать, что воскрешай-ка ты в начале ботов. Что-то я тебя похоронил уже, а ты выжил. Ну, не зря ты меня похоронил. Ты был как приманка. Да. Ай, жесть какая. Ладно, я дробовик возьму. Вдруг что получится из этого? Жизнь — это боль. Все. Уходим. Зомби. Где? Аптечка. Да у меня пока есть. Здесь, в сортире. Да пусть боты возьмут. Взяли, взяли. Ну, у меня просто пока тоже есть. Так вот. Я подлечился и забрал аптечку. Блин, и ничего нету в очке. О! Шприц есть. Ширнуться можно. Где? Нет, ой, бегут, 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 бегут. Так, ты зря выбежал. Нет, не режь меня. Я это плохо переношу. Не аллергия на порезы, я кровью истекаю сразу. Все? Вроде все. Баба! Мужик! Что вы на этот счет думаете? Да ладно. Блин, вот сейчас бы канистры все подтащить. Но нет ведь, хрен там. Нельзя? Не, не знаю, если только спрыгнуть. А, не успел. Так, ты там опять начал свое дело? Нет, другое, я просто переписываюсь. Вот-вот я тебе про это и говорил как раз, что у тебя жутко шумно. Постараюсь поменьше писать. Слушай, а может пока не зальем, они не появятся? Да конечно, вон уже появились. А. Тысяча. Да, и вот так вот цепочку, да? Да ладно, в принципе, их пока не надо заливать, я думаю. Пусть главное лежат. Блин, мы на среднем тогда мучились. Да нет, кстати, на среднем мы нормально прошли. Нормально, можно лечиться, пока тебя бьют. Да, вот поднимать почему-то нельзя.
По-моему, сейчас опять танк к нам прибежит. Это он бесится, нет? Кто? Не знаю. Танк. Таблетки сзади и адреналин. Шприц уже сперли. Так, на втором этаже же тоже есть канистры, да? Ну, всех тоже. О, приколись. А, нет, показалось. Мне показалось, что я сам себе, сам отрубил этот язык. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мало. Ух ты ж, мама. А, блин. Походу, нам с другой стороны теперь надо отбегать. Слушай, тут лестница была. Тут, похоже, такая же херня идет. Похоже, тоже тайминг идет. До сих пор не появился танк. А, ну да, я только о нем вспомнил, осторожно. Там камушек летит. На тебе блевотину. Да эй, меня бот убил. Да ладно, погоди. Сейчас она бежит, переагри его на бот. На, меня поднимают уже. Мы его убили, ты приколись, да? Ну вот блевотина твоя пригодилась. Меня не поднимает. А, понятно. Не заметил. Меня поднимали, но бросили. Нормально. Решили, что я этого не достоин. Команда тебя явно недолюбливает, да? О, кстати, коктейль молотого надо хапнуть тоже. Так, да, опять волна приходит. Все, опять уложили бабу. Ой. Я чуть тебя не порезал. Нормально. Ты меня порезал в любом случае. Ой-ой-ой. Зачем я это делаю? Ой, зачем я это сделал? Да я в котелсику подбегал. Да заблеван я, что я творю. Плохо мне. Где эта дура? Мы с места сдвинуться не можем, ты в курсе? Да, потому что я не знаю, где лестница. А, ну вон лестница. Где? Ну. Да не выживет, Рошель, не выживет, чтоб ты сдохла вообще. Слушай, эта дура вместо того, чтобы себя лечить, она еще и пытается другого игрока вылечить. Ой, блин. Ты издеваешься, да? Очень торопился. Все. Меня сожрали окончательно. И сейчас, кстати, у нас, по-моему, миссия закончится. Или не закончится, слушай, не заканчивается. Красиво получилось. Нет, просто... Я такую бочку и следом прыгаю. Второго этажа. Просто раньше прикол был какой. Если игроки умирают, то заканчивается игра. А сейчас, видимо, еще и ботов ждут. Пока боты передохнут. Так, хорошо. Все. Раньше такое было. Давай последняя попытка. И серию пора заканчивать. Подумаем потом, что со всем этим делать. Удалить? Дефибриллятор. Ага. Две аптечки есть, да. Так аптечек до хера. Мне надо подлататься. Забрали. Ой, я думал, вы мимо побежите. Угу. Теперь мне точно надо лечиться. Где этот хрень, который я видел? Вот она. Тут дефибриллятор, чтобы вернуть к жизни погибших. Да, кстати, видимо, на погибших полностью. Ты смог это выговорить. Ну так когда у тебя. Когда у тебя эта надпись перед глазами, это легче. Читать-то по слогам удобнее. Не знаю. Так, ну-ка. Может тут как-то можно, нет? Нет, тут специально все сделано. Ну ты давай потише как-нибудь. Кажется, нам придется спасать. Чё в стелс режиме печатает? Какой стелс режим? Не знаю, радикально. У тебя неимоверный шум.
У тебя микрофон же на столе стоит? Ну да. Можешь просто отодвигать его как-нибудь от клавиатуры, пока пишешь, как вариант. А то просто оно у тебя... Трудно коню не сложить. Ну это смотря как тебе удобнее на самом деле. Ну просто звук реально сильно идет. Зачем она в меня стреляла? Не знаю. Может потому что она черная? Блевотина. Да, я всегда думал, что... Да. Мне нравится слово. Меня, говорит, обблевали. Тут бы бензопилу. У него же бензин кончается. Ну, ее хватило бы, я думаю. Так. Наверх. На какой верх? На третий этаж. Интересно, вот когда я как бы просто хожу, ты же не слышишь лязг клавиш? Нет, потому что ты их реже нажимаешь. Ты когда печатаешь, ты же жмешь дофига и разные. А когда ты бегаешь, ты на одну жмешь просто и все. Только сам не прыгай. Где там? А кстати, ты куда-то тут падал. Вот, да. Там вот эти стекло в полу. Ну вот сюда нам и надо, кстати. Оно разбивается. Прыгай сюда, а то меня убьют. А, вы там? Ладно, хорошо. Почему? Тут у тебя же боты есть. А, нет, нет. Да? Нет. Не, нету. У вас... Ой, 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 танк, 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 у меня, у меня. Беги. Спасибо. Быстро и далеко. Это как там? Джин в пустыне, да? Нашел мужик лампу, потер ее, говорит Джину: Джин, я домой хочу. Ну, говорит, тогда пошли. А я быстро хочу, ну тогда побежали. Че, их там еще недостаточно? Слушай, ну я пока с танком справляюсь, наверное, тем, что я буду оббегать вокруг стойки. Да, пока, в принципе, это работает. Нет, это... Да, пока толпа не придет. И меня не зажмет. Так что пока нормально. Он реально, он на стойке агрится и из-за этого тормозит. Блин. Он же на тебя сагрен был. Бегай вокруг стоек, бегай вокруг стоек. Вокруг стоек. Блин, куда ты побежал? Да не я, он не на меня. Да он за ботами побежал. А боты за тобой. Это пусть. Ну и хорошо, нет? Нет. Потому что он в итоге на меня сагрился в неудачный момент. А, мать твою. Он меня убивает. Он меня убивает. У меня патронов нет. Наконец. Он меня убивает, радуйся. Он сдох уже, все, я его убил. Ты герой. Ну почти, я. Он в итоге на вас сагрился, но уже с минимальным количеством ХП. Ты знаешь, что у нас проблема? Кто-то кинул на крышу магазина канистру. Кто бы это мог быть? Вот я не знаю, кто. Наверняка один из ботов. Полюбас. Да, тут их в любом случае больше, чем... А мне кажется, нет. Чем требуется. Потому что, говорю, мне казалось, 7 надо было. Я опять чуть не спрыгнул за канистрой. Правильно. Да что ж за херня-то, курильщик. Да ведь? Он тебя собрал? Нет, я первый на него вышел. Я его первый держи. Обнаружил. Кого держать? Ну я снял с крыши. А, снял? Отлично. А, толпа идет. Интересно, катаны можно взорвать, бочки? Давай не надо. А то, я думаю, они взорвутся сразу все. Хорошо, перепал. Приколись, я прыгуна зарезал.
Давай. Быстрее, быстрее, быстрее. Сейчас опять толпа прибежит, давай. Вот видишь, их 13 ровно на всем уровне. Давай, 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 давай. Слушай, ну на самом деле нам повезло, потому что танка... Я нашел, как танка можно блокировать. А то так бы он нас раскидал опять всех. Так, ну чё. Да. Ну всё, на этом у нас серия заканчивается. С вами были Вэйч Совсем и Неясыть. Всем спасибо за просмотр и всем пока.